В Москве сегодня задержали подозреваемого в нападении на художественного руководителя Большого театра Сергея Филина. Об этом заявили представители МВД. А в пресс-службе театра добавили, речь идет об исполнителе покушения. Заказчика установить пока не удалось. Известно также, что задержанный не имеет отношения к труппе. В его квартире проходит обыск. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о нападении на Сергея Филина сотрудники московской полиции сегодня доставили на допрос одного из подозреваемых. В настоящий момент проводятся необходимые следственные мероприятия. На Сергея Филина напали у подъезда его дома 17 января. Балетмейстеру плеснули в лицо кислотой. Сейчас он продолжает лечение в Германии. В Большом театре рассчитывают, что Филин вернется на работу уже этим летом. Более подробную информацию по задержанию преступника мы рассчитываем получить в течение дня. Подробности в наших следующих выпусках.